В 2024 году ожидается увеличение числа туристов, посещающих Шагдагский туристический комплекс, на 15-20%. Об этом заявил председатель закрытого акционерного общества «Шагдагский зимнелетний туристический комплекс» Рустам Наджафов. С января по 15 декабря текущего года центр уже посетили около 159 тысяч человек. Об этом было сообщено в ходе медиатура, связанного с открытием зимнего туристического сезона в Азербайджане. По словам Наджафова, сейчас к услугам любителей лыжного спорта предоставлен специальный новый склон протяженностью 1800 метров. Трасса предназначена также для международных лыжных соревнований. Так, в марте 2024 года в Шагдаге впервые пройдут соревнования международной серии по горнолыжному альпинизму. В этом году Шагдагский комплекс для расширения доступа к мировым туристическим рынкам и повышения туристической привлекательности избран членом Евразийского альянса горных курортов. В это объединение входят горные курорты России, Казахстана и Узбекистана. Такое сотрудничество окажет положительное влияние на развитие зимнего туризма Азербайджана в будущем. Основной задачей Шагдагского центра является достижение положительной динамики по числу местных и иностранных гостей. Предполагается повысить удовлетворенность клиентов, активизировать рекламу в стране и за рубежом, в первую очередь для продвижения Шагдага как круглогодичного туристического центра. В медиатуре, организованном при поддержке Госагентства по туризму, приняли участие представители туристической индустрии и блогеры из России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Сербии и стран ближнего Востока, а также представители 12 зарубежных курортов-партнеров.